Что я ем при похудении? Это рецепт быстрого и вкусного салата, который насыщает на целый день. Во-первых, обжариваю филе курочки. А пока нарезаю огурцы соломкой, помидорки черри на 4 части и тоже в салат. Не забываю про курочку. Немного листьев салата нарезаю и добавляю в миску. Для заправки использую сметану, но лучше заменить греческим йогуртом. Кусочек хлеба нарезаю кубиками и отправляю подсушиться в духовку. Курочку с золотистой корочкой добавляю в салат. И вот такая красота получилась. Но вы спросите, а где сухарики? А я их сожгла в угли.